Одинцовском культурно-спортивном центре «Мечта» провели День открытых дверей. По сложившейся ежегодной традиции здесь показали свое мастерство участники спортивных секций и творческих кружков. Виртуозная игра на музыкальных инструментах, тэквондо, шахматы, робототехника, киношкола и многое другое. Здесь сегодня представлены спортивные секции, хореографические кружки, студии вокала, театральные студии. Здесь свой досуг могут провести и взрослые, и дети. Для посетителей организовали всевозможные мастер-классы, подготовили концертную и шоу-программы, а заодно все желающие смогли записаться на занятия в кружках и секциях «Мечты». Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».